Михаил, я с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Steam World Dig. Так, телепорт я купил? Купил. А это значит, можно отправляться. Ну, я не помню, я же тогда, кажется, тоже покупал, или нет? Я не покупал тогда телепорт? Странно. Сколько тут рут стоять? А чё я? Куда не пошёл? Старался. Мне нужно поставить там, где... Можно, в принципе, здесь поставить. Почему бы и нет? А, видите, какая нужна кирка, типа, пишет сбоку на карте. Ладно, ставим здесь, короче, телепорт. Отправляемся. Так, хорошо. Теперь что мне нужно? В принципе, просто теперь поднимаем уровень. 33. Но это самый сильный, я считаю, все равно противники. Которые кидаются вот этой херней. Который бросается мусором. Как, потому что оно бы не было, он немного наносит урона. Так, стоять. Да ё-моё! В смысле? Ясно. Классно. Супер, молодежно. Ну, короче, понял. Найс. Все равно нуай. Там уже сдох, молодец. Умничка. Сколько взрывов, сколько взрывов. Ой-ой-ой. Тихо, нельзя. Нельзя, 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 нельзя. Ах ты ж, ё-моё. На третий уровень, ну пошли. Этих я то здесь закрою, наверное, и пойду за камнем.
Хорошо. Все равно жизни дали. Пойдем ниже. Я там все равно камень видел с левой стороны. Интересно, какой теперь дадут предмет. Камушек, 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 камушек. На 100 там или на 200? На 39. А что поверху? А что у нас поверху? Я понял. Поверху у нас ничего хорошего. Блин, а чё, я наверх вообще никак не мог попасть? Не верю. Ого! Ого, приятель! А он может мне закоцать. Довольно больно. А как мне туда попасть? Ага. Ну, тогда все ясно. А теперь иди лови их. Сразу два словил. Сука. Но мне их, кажется, уже достаточно, чтобы апнуть второго этого челика. Так, мне через верх нужно идти. Да, пока они, короче, тебя не видят, лучше их по-быстрому убить, да и все. Что дают им? Корчитель. Да. Что значит смягчитель? Типа, меньше урона от падения? Походу на то. Там еще есть, куда я могу попасть, по сути. Потому что там есть этот рычажок. Но я туда залезть не могу. Типа, ну вы видите. А там проход есть. Поэтому сейчас будем искать это место. Скорее там, где я улучшение взял, там есть то, что мне нужно. Или его с помощью кулака надо пробить. Тоже как вариант. Вот видите, там до хера камней. И туда не попасть.
невозможно попасть. Туда нельзя попасть. Хотя... Блин, я не знаю. Нужно как-то от стенки отпрыгнуть. Нет, нельзя. Нельзя, ну как-то туда можно попасть. Попасть туда как-то можно по-любому. В эту крысу. Крыса. Крыса. Крысо, крысо, крысо. Но это не то, что мне нужно, блин. Мне нужно как-то наверх попасть. Я не могу этого сделать. Ну-ка, если дольше продержаться? Нет. Видите, типа, все равно нет. Так. Поэтому можно потом сюда вернуться в следующий раз. Поэтому давайте сначала найдем, где я хотя бы этот свой оставил. Портал. А, нашел. Так что у меня уже цвет этого тухнет. У меня же лампа тухнет. Нужно еще этот будет закупить сам. Купить еще бомб. Ну, хп я не уверен. Нафиг надо пока что. Сверхогромный. Поехали сюда. Факт нахождения в вашем магазине говорит мне, что у вас безупречный вкус. За косарь можно купить, в принципе, рюкзак. Нам и светильник уже купили. Сюда, мне кажется, не ходили или ходили? Нет, не ходили. Сейчас мы это исправим. Ты за мной пошел, серьезно? Серьезно, пошел за мной. Тихо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, слишком много взрывов. Зона. Так, стоять. Так, так, так.
Так. И поехали. Бац. Бац-бац. Блин, один улетел. Давай. Нужно было все-таки это, да, купить. Портал. Ух, кажись, я пришел куда надо. Тихо. Куда я пришел? Не, я за камнишком. А потом дальше. Сначала камень, потом дальше. Ну блин, меня типа заставляет внутрь идти в систему. Или что это за место? Тут типа один проход и все. Anyway. Железо я не раздороблю, так ведь? Поэтому питаться железо уничтожить. О, сфера. Вот, смотри. Может быть, это уже есть конец. Так, я вижу, там портал какой-то. Так, янтарь. Фиг его знает, слушайте. Но я типа с высоты не умираю, когда падаю теперь. Это плюс. Да, ворота, поехали. Вектор. Чувствую, это плохое место. Очень-очень плохое. Что? Шахта идет еще глубже? Что это на твоем корпусе? Иней? Как это вообще возможно? На такой глубине должна быть одна расплавленная порода. Пожалуйста, будь осторожен. Должно быть, что-то охлаждает землю. Тебе действительно стоит найти, что там внизу. Я представил, не могу, что там есть еще одна невнутренняя труба. Это повреждение, что твой дядя туда добрался. Возможно, еще глубже мы найдем источник знаний Джо. Однако будь осторожен, это странные вещи. Ты не просто открыл дорогу вглубь. Чего тебе? Ну, наша телепортация, потому что там уже у нас пока что все есть. Чем глубже, тем опаснее. Яха-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 ха
Так, следующий мне лучше супербак купить. Давайте я все-таки свой вот этот телепорт зайду. До конца долазю здесь. То, что я ж не хотел упасть. Я ж не знал, что я упаду. Кто мог знать, что я упаду туда?
А, то есть это аниме и конец карты. Если так, тогда ладно. Да, довольно такое место, знаете, опасное. Вот, туда можно как-то... Блин, камень. Не, давайте туда вернусь, потому что там, возможно, выпадет алмаз за 150. А, и сюда можно, в принципе, зайти. Даже не за 150, смотрите, за 200. То есть за 200 это еще лучше. Вообще не жалею, что сюда вернулся снова же. Сразу уже 200 заработать. Это очень хорошо. Ну блин, ну там что очень опасно идет у нас впереди, ребят, с вами. Какие-то нанотехнологии. Почему я сразу этому челику не могу ничего продать? Так, сразу продам, чтобы не мешало. Как я понимаю, я железо уже сломать не смогу, это точно. Окей. Может, мне просто нужно ниже спускаться. Ух ты ж, ё. А, это еще херовина, которая повторно появляется, ни хера себе. Это что-то пошло опасное. Я умер, серьезно. Я умер. Джи. Пойдем обратно. Нужна вода. Найс. Ладно. Классно. Я сейчас сдохну. Как я понимаю, мне желательно спускаться ниже. Мне желательно спускаться ниже и не тратить сейчас прибамбасы мои. Да, лучше так все молотить. Долго, но эффективно. Что это за кнопки?
Мне телепорт нужен. Опасное место, вот пипец. У меня свет начинает гаснуть. Ладно, 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 ладно. Повернуться, походу, никак не получится, да? Будет зато. Пиздец. Это очень жестко. Вот это место серьезно, но очень сложно. Сразу лучше воды набрать. Пока предлагают. Сейчас мы все равно туда спустимся. Можно хп прокачивать. Можно быть хп вкачать. Можно быть вкачать хп. О, там еще как-то херь ходит. За глазом. Хер. А не упаду я. Нужно за бомбы не забывать. Он прыгает, да? Да, он прыгает. Ах ты ж, ё-мо, нихера, это взрывчатка. Опасно, опасно. Нужно будет телепорт купить. Срочно. Нужно будет срочно купить телепорт. Чем ниже, тем опасней. Так, система лазера. Но она такой чисто всех, кого видит. Не только меня, поэтому... Это можно сыграть и в мою сторону, типа. Блин, нужно будет уже сейчас отсюда выходить, потому что у меня заканчивается место в инвентаре. Эта херня, смотрите, не ломается. Плохо, плохо, плохо. Mm-hmm.
Это место такое себе. Ладно, лучше отхилиться. Лучше отхилиться, потому что я сюда еще вернуться смогу. Мне нужно возвращаться. Нужно возвращаться, а то я потом здесь застряну. Да, и телепорт нужно будет купить обязательно. А, я застрял. Ну, круто. Или нет? Нельзя поставить. Я в тупик зашел. Ладно, нет, нормально. Главное знать, где я был, где еще не был. ХП, пожалуйста. ХП, ХП, ХП. Фух. А смысл? Ладно. Здесь пронесло. Добро. Возвращаемся. Нет, у меня очень много денег. Поэтому я их лучше на продажу потрачу. Невероятный баг. Супер броня. Так, у меня 900, да? Так, подожди, 400. Нужно докупить будет здесь броню. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.